29 человек из Алтайского края получили деньги на новое жилье. Жилищные сертификаты вручили чернобыльцам и переселенцам на общую сумму 62 миллиона рублей. Средства на улучшение жилищных условий выделили из федерального бюджета. Подобную материальную помощь получили 29 жителей края. Сейчас в очереди на денежные сертификаты еще 139 человек. Это ветераны ликвидации Чернобыльской аварии, вынужденные переселенцы и выехавшие из районов Крайнего Севера. Мы выехали из Казахстана еще в 2000-х годах, конец 99-го. Там совсем были другие события, поэтому были вынуждены уехать, приехать сюда. И, соответственно, по этой программе попали.